А студию Pink я знала в интернете. Сегодня я пришла на экспресс-курс по макияжу. Отсюда мы разглаживаем сюда. Под челку мы поглаживаем сюда. То есть и здесь уже начинаем тушевать. Девочки рассказали, как корректировать лицо. Хочу попробовать. Больше внимания уделим тому, как ухаживать за нормальной и сухой кожей. Научились корректировать лицо. И я научилась наконец-то рисовать свои любимые стрелки. Я очень долго искала помаду, которая бы мне подошла. Сегодня, придя в этот салон, я нашла ее, и мне очень и очень понравилось. Я хочу пожелать девочкам в студии Pink, чтобы они всегда оставались такими же счастливыми и жизнерадостными, побольше им успеха в их любимом деле, и чтобы всегда у них было все хорошо. Очень понравилась атмосфера в салоне, было уютно, позитивно. В общем, хочу пожелать девочкам удачи и процветания.